сказали ему, давайте познакомимся сначала. Меня зовут Дарья Леонидович, я по одному врачу. Рассказывайте, с чем вы пришли. В общем, у меня вылезли все четыре зуба мудрости, я так понимаю, что мне не хватает места челюсти, и у меня начало вот сверху, там снизу у меня уже было, как бы это, ну, когда формировали зубы, меня как-то не беспокоило. А сейчас начали сверху так двигаться зубы, но я так очень люблю улыбаться и делаю это широко. Ну, я решила как-то решить этот вопрос. Ну, это прекрасно. Скажите, вы сами решили или вам кто-то это подсказал, что надо обратиться к ортодонту на ортодонтическое лечение? Нет, вообще я думала сама об этом, а вчера мне надо было сделать креативное фото, и я уже начала замечать, что у меня такой немножко видно зуб. Вот. Ну, вы абсолютно правы, и у меня скучность зубов связана с недостатком места. В частном случае, скорее всего, это от восьмерок. Сейчас мы посмотрим более детально и расскажем. Все, берете его к себе. Так, кладите голову, поведите ко мне. Ко мне сейчас. Ну, достаточно хорошие зубки у вас. Единственная проблема, ну, много уже сразу вижу. Смотрите, значит, однозначно у нас Оксана. Однозначно у нас удаление. Давайте снизу начнем. 18, 38, 48 удаление. Значит, он дышит. 47 глубокий кариес, 37 глубокий кариес. Да, очень глубокий, аж пломба стоит вестибулярная. Я вам потом покажу, как это выглядит, его с пломбочки. Значит, надо сделать обязательно аэрофлоу. И 18-28 удаление. Значит, он дышит. И 27-26 кариес. В принципе, все. Закрываем вот. Ну, мне, в принципе, предельно все понятно. Ты права, вот тебе надо все восьмерки. Абсолютно. Значит, ну, я просто приходила, я до этого была не в Москве, я приходила к всем врачам, и мне говорили, что, во-первых, они тут не до конца вылезли, их там трогать не надо. И... Нет, в твоем случае их надо удалить, даже было в зачатке, чтобы вот не получилась такая ситуация, которую мы имеем сегодня. Может быть, не настолько все было плохо. Сегодня действительно вмешательство тебе необходимо. И как можно раньше, потому что они еще прорастут и еще создают достаточно скученность полости. Так, подождите, вы сказали 38-й, 30-й, все 8-й зубы. Короче, это вот эти, да? И вверх, зубы мудрости все. Все остальное на месте не остается? Все остальное на месте, да. У вас не так все плохо. Я думаю, что достаточно быстро, до года можно справиться с лечением вашим. Значит, сейчас я вам буду все подробненько рассказывать. Однозначно удаление всех восьмерок. Там всех.